Всем привет, ребят, с вами я, Красный Замонгас, а.к.а. Игрок. И сейчас я буду играть мод для FNF под названием «Страшный Микки Маус». Press Enter to begin. Начнем. Какая страшная музыка. Начнем Story Mode. О, мультик. Микки Маус, Sound Cartoon, типа звуковой мультик. А, красивое, прекрасное утро. 3D, что ли? Увидел какую-то красавицу, был очарован, да? Конечно, ты... Рук, что? Но что-то с ней было не... Что это? Шприц и жесть. Один. И боялся. Он нашел что-то. Кто может помочь? Что? Что тут происходит? Что это за мультик вообще? Странная, страшная жесть. Вот что это за мод. Ладно, приступим. А, тут все черно-белое. О, вау, ничего не видно. Он там свистит, ноты какие-то падают. Какой-то бойфренд здесь. Такой старый мультяшный, типа... В стиле старых мультиков. А я сразу на харде доиграю. Нормально, 65%, но пишет, что плохо. 6 раз промазал! Как-то звук тут очень странный звук музыки, как будто бы это какая-то старая пластинка. Из начала 20 века. Антон, что ты делаешь? О, смотри, я Enter нажал, написано, ты не можешь это остановить. Жесть, что это за... Я случайно Enter нажал, какая-то голова. А, я понял, отсюда нельзя выйти. Пока ты не закончишь. Слушай, какой-то психоделический мод. Очень странный мод. Так, следующая песня. Ну, давай. Я 27 раз промазал. Подожди, это все в одной песне, все мои промахи считаются. Это написано You suck, типа. Эй, сам ты suck. Нормально я играю. О, смотри, Микки Маус что-то там показывает на пальцем на голову. О, да, надо побольше таких длинных стрелок. Вот тут я сейчас очки наберу. Ну, всегда, когда вот так медленно летят, потом они начинают резко, очень быстро ускоряться. Вот сейчас он ускорится по-любому сейчас. Тут песня не зря больше 2 минут идет. Какая депрессивная песня. Жесть. Я все правильно нажал, а у меня пока что всего лишь 40 с чем-то процентов. Я рано отпустил, рано отпустил! Вот, все уже сложно начинается, надо несколько этих длинных стрелок одновременно тыкать. Вот я... А, надо, на эти не надо нажимать, да? Я не буду на них нажимать. Хорошо. Хорошо, что они не так быстро летят. Не нажимай... А, не нажимай! Зачем ты нажал? Я случайно нажал, я знал, что не нужно нажимать, но я... Как-то тупо... Ой, да... подожди, я сейчас проиграю! Нет! Нет, я сейчас проиграю! Да исчезни ты! Да что за... Главное на эти не нажать. А чё бэт? Почему бэт? Я на одну штуку только нажал. Да не вижу я их! Ну, не вижу я их. Жесть, тут все мерцает. Да вы что, издеваетесь? Я... Да что ты так мерцаешь? Хватит мерцать. Я не вижу ничего. Все, ладно, я не хочу. Давай во фриплей поиграем. Да жуткий какой-то мод. Это шприцы тут непонятно. Что это вообще такое? На харде я играл еще. На харде, ты прикинь, 71% на харде. Буду играть на... Как тут уровень сложности поменять? Почему он не меняется? Вот уровень сложности не меняется. Алло, чё он не меняется?
И все, я начну тогда сразу с третьей песни. Я не могу изменить уровень сложности. Тут вообще какой-то странный мод, он вообще ничего не меняется. Что у него там в руках? Да. Какой-то очень стрёмный мод. А тут еще больше все будет трястись, да? А почему все на харде, и я не могу ни скорость, ничего поменять? Он меня толкает еще. Да ты что? Ай, шприц! Что это там летит? Что это? Он меня воткнул, смотри, он воткнул меня шприцом. Короче, не мой этот мод, он уровень сложности не меняет, не меняет. Мне не нравится этот мод, что-то вообще. Не нравятся такие черно-белые, депрессивные эти моды. Вообще не мое это. Что, он теперь ниндзя, да? Теперь он какой-то ниндзя стал. Микки Маус ниндзя. Офигеть, а что у меня с глазами? Сейчас будет дабс. Драм энд бейс какой-то. О, вот эта песенка прикольная. Еще бы она была не такой сложной вообще. Вытаскиваем. Да что? Давай. Ну, я смогу, давай. Я должен хотя бы одну песню пройти. Не, ну вначале я одну прошел, последнюю хочу пройти. Я его затолкал туда влево. Красавчик красный, молодец. Давай, я смогу, главное, чтобы не летели всякие хреновины. Я перепутал кнопку, вместо вверх вниз держал. Ай, Enter, случайно нажал, исчезни, лицо. Ну чё мне так... Вот, отлично, сейчас хотя бы не ошибся, еще минуту. Ты целую минуту нужно продержать. Давай. Ну, немного спамен. Он меня все равно меня толкает. Жесть, как... Прикольно. Не, ну песня... Вот эта песня последняя, она, конечно, прикольная. Ритмичная такая. Не то, что эти депрессивные в начале. Вообще ничего не вижу. Ты можно закрытыми глазами играть, реально. Как у меня 54%, я думал, у меня вообще 0 там будет по очкам. Наконец-то я это сделал. Нет, какой-то очень странный мод, ребят, какой-то очень странный мод. А, ну все, короче, все, ладно, мне достал этот мод. Все, всем спасибо, что смотрели, с вами был Красный из Among Us, окей, игрок, если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, предлагайте, какие моды еще поиграть. Увидимся в следующем видео, я буду играть очередной мод по FNF. Всем пока!